Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я. Як берегти себе від стресів, як піклуватися про своє психічне здоров'я, сьогодні нам розкажуть практичні психологині. Я вітаю у нашій студії Юлія Гуртова та Тетяна Камерцель. Я вас ще раз вітаю. Ну, давайте почнемо з того, що взагалі таке стрес, як себе від нього вберегти, які є зовнішні, внутрішні причини появи такого стану. Стресс. Стресс – это в первую очередь напряжение. Вообще, в прямой перевод слова «стресс» – это напряжение. И во время напряжения происходит мобилизация организма. И, в принципе, если подумать глобально, то стресс – это нам, наш помощник. Помощник для того, чтобы мы умели выживать в жизни, чтобы запускались новые процессы мыслительные у нас, чтобы мы справлялись с ситуациями, которые для нас нестандартные, необычные. И вот когда у нас возникает какая-то экстренная ситуация в нашей жизни, причем экстренная ситуация, она может быть как что-то глобальное, например, переезд, да, в другой город или еще что-то, как и что-то локальное, совершенно простое, то есть вот я планировал что-то сделать, да, сейчас одно, а получаю другой эффект, и у нас вызывает вот эта ситуация напряжение. В этом напряжении у нас происходит немедленная мобилизация всех мыслительных процессов организма, и стресс сопровождается несколькими стадиями. Первая стадия стресса – это возникает сначала тревога, как реакция на то, что происходит что-то необычное для меня, нестандартное, не классическое для моего мышления, и нужно что-то с этим делать. То есть тревога, беспокойство, организм испытывает такое как телесное даже ощущение. А вторая стадия стресса – это идет мобилизация организма уже, и она называется резистентная стадия. И в этот момент формируется устойчивость к стрессу, адаптация к стрессу. И поэтому стрессоустойчивость вот обретается на второй стадии, по большому счету. Если в этот момент у нас находятся какие-то решения ситуации, и организм испытывает состояние, что, ну, он может справиться с той или иной задачей. И вот если стресс, вот это ощущение адаптации, устойчивости длится достаточно долго, и при этом из состояния тревожности мы не выходим, то мы переходим к третьей стадии истощения, когда организм устает от того, что он в постоянном стрессе, и тогда возникают уже ощущения, там, состояния невротические у нас, излишнего, уже невозможно справиться с этим беспокойством. Может быть апатия, может быть нарушение сна, да, или бессонница. То есть организм каким-то образом уже дает о себе знать, что действительно стресс настолько сильный, настолько непереносимый, что уже справиться дальше я не могу своими собственными силами. И вот на этой стадии в основном люди обращаются к нам в центр, да, у нас, вот мы с Татьяной достаточно много работаем именно с порогом стресса с людьми, потому что в рамках наших условий жизни вот очень много ситуаций, когда что-то нестандартное и необычное происходит у людей. Поэтому обращение на разных этапах стрессовости происходит, но в основном это уже когда вот на третьей стадии, когда человек либо наступает бессонница, либо очень невроз сильный уже формируется, да, или паника, панические атаки, паника, когда уже вот организм, человек понимает, что он сам не справится с этой ситуацией. Я добавлю, мы на самом деле можем наблюдать внешне, визуально эти все четыре стадии стресса. На первой стадии, когда мы встречаемся со стрессом, у нас включаются реакции «беги», «замри», либо «бей». То есть это первая реакция, которая позволяет нам выживать, и так мы реагируем. При этом у нас зрачки как будто бы, по глазам можно определить, как будто стекленеет, влага высыхает, потому что сильное напряжение, лоб становится влажный, потому что выделяется очень много, внутренние процессы происходят, адреналин, который требуется для того, чтобы запустить все механизмы выживания. Да, на второй стадии, если организм
чувствует, что он не справляется с этим стрессом, то он пытается как-то адаптироваться, и при этом внешне это мы можем наблюдать один глаз, который, ну, вот у правшей левой, это слабая сторона, которая, да, мышцы начинают ослабевать, и как будто бы один глаз уходит вверх, начинает видна склера быть. И мы можем понять, что человек находится в этой вот стадии второй. Причем она на самом деле самая опасная, потому что в этот момент, в этот период человек как бы теряет способность в ориентации, такая дезориентация в пространстве и дезориентация во времени. И поэтому очень часто говорят, что человек притягивает к себе какие-то несчастные случаи, там куда-то попадает, именно потому, что он не может вот отслеживать полностью внешнее пространство, то, что с ним происходит. И на третьей стадии, когда как раз вот запускается, когда уже организм как-то привыкает, там, находит свой способ войти в депрессию, как-то адаптируется, ну, вот адаптируется именно через депрессивные состояния, да, то тогда такой болезненный спазм в мышцах глазных, и зрачки уходят вверх немножко, и видно, вот склеры видны у человека. И тогда это уже мы понимаем, что, ну, мы как специалисты, которые коррекцию проводим, мы понимаем, что человек находится в третьей стадии стресса, ему необходима как раз коррекция сильно. И вообще четвертая стадия – это когда организм постоянно вырабатывает вот эти адреналин, вот эти мобилизующие гормоны, которые требуются, как думает мозг, да, что ему нужно спасаться, да, но он выходит в такую постоянную хроническую фазу выработки этих гормонов, которые постоянно напрягают внутренние органы, и человек, не зная, как избавиться, начинает даже принимать какие-то там, ну, стрессово-снижающие, там, кто как выбирает, кто алкоголь, кто, ну, как это... Таблетарные методы, таблетки, да, разные используются. Кто-то начинает сладкое кушать, и тогда наоборот зрачки расширяются, становятся такими дрожащими, расширенными, ну, говорят, как у наркомана такое. И тогда это уже вообще про то, что человек находится на четвертой стадии. Нам это важно понимать, потому что как раз стадии стрессового переживания нам как раз позволяют и выходить из него потом специальными способами. Як же ж вберегти себе від такого стану? Чи існує якась профілактика стресу? Да. Обычно мы испытываем стресс тогда, когда наши ожидания не совпадают с реальностью, в которую мы попадаем. То есть, например, мы ожидаем, что нас будет любить мужчина, которого мы любим, а он на нас внимания не обращает. Например, ну, тоже стресс, да, для организма. Мы ожидаем, что нас начальник повысит, а этого не происходит. И очень часто как раз вот эти наши ожидания, какие-то наши предположения и запускают стрессовые реакции. Поэтому на самом деле мы можем помочь себе и избегать стрессовых состояний, понимая, что в жизни все, что происходит, на самом деле происходит, как происходит. Иногда есть ситуации, из которых мы не можем никак на них влиять. Это такие стрессовые ситуации, на самом деле достаточно тяжелые, как гибель, смерть близких, болезни какие-то, да, но мы на них не влияем. И как раз понимая то, что жизнь течет своим чередом, понимая и осознавая, что это процессы, на которые мы не можем влиять, то есть мы не можем некоторые вещи контролировать. И как раз вот это понимание дает нам возможность меньше стрессовать, меньше испытывать стресса. На самом деле гиперконтроль как раз и запускает эти реакции, которые мы называем стрессом. Я дополню, что интересное наблюдение, например, есть, да, что те люди, которые управляют своей жизнью, бизнесмены, да, то есть те, которые что-то отстраивают более глобально, нежели только заботятся о своем маленьком процессе какой-то, они очень легко адаптируются к высоким уровням стресса, потому что у них есть опыт вхождения в стресс и опыт выхода из него. И вот когда этого опыта становится много, то мы становимся устойчивы. Мы понимаем, что сейчас эта ситуация, она меня тревожит, но я знаю, что точно из любой ситуации есть выход. И тогда происходит нормальный процесс реагирования на любую ситуацию. А когда у нас мало стресса в жизни, то любой стресс, он вызывает прям сверхпаническое состояние. Да? То есть, казалось бы,
бы, что какое-то событие неожиданно, но я не привык, чтобы у меня в каждом дне был стресс, и тогда я буду реагировать сверх сильно на него. И поэтому, как такая простые методы профилактики, просто вводить себя в стрессовое состояние ежедневно. А что это может быть там? Тот же самый холодный душ, прием холодный-горячий, да, это физические упражнения, это какие-то, там, например, неожиданные вещи самому себе организовывать в жизни, да, то есть что-то делать по-новому, то есть есть такая креативная, из креативных техник, начинать день по-новому, там, например, там, встать с левой ноги, встать с правой ноги, потом еще что-то сделать, какие-то необычные действия организовывать себе в жизни. Тогда я понимаю, что жизнь меняется, жизнь не может быть подчинена моим планам 100%, и тогда человек начинает легко, спокойно реагировать на любые стрессовые состояния, на стрессовые ситуации даже. Вот так. Тобто, як я зрозуміла, якийсь там корисний такий здоровий стрес, він дійсно іноді необхідний для нашого організму, він потрібен нам для функціонування здорового. Зачно. А які от ви назвали деякі поради для такого зміцнення психічного свого здоров'я, там те, що можна займатися спортом, приймати контрастний душ, які ще є поради от від психолога, що можна робити людині, аби зміцнити своє психічне здоров'я, стати більш стресоустойчивим? Ну, вот сейчас мы говорим о профилактике стресса именно, да, не когда стресс уже произошел, потому что там другие механизмы. В профилактике стресса должно быть обязательно состояние у человека, что он, с одной стороны, управляет своей жизнью, да, и поэтому те же самые понимания собственных целей, понимание дела, подведение итогов дня правильное, да, то есть вот это все определяет, что человек, что бы ни произошло в его жизни, он понимает, что он движется по своему пути, к своей цели. Это физические упражнения все, которые стимулируют нервную закалка, систему. Закалка такая, когда мы вводим, вот есть понятие эутостресс, да, когда кратковременно, как такой пинок, да, для нашей нервной системы, и это помогает и мобилизует. А есть дистресс, который вот то, что мы описали в стадиях, да, что долго, невозможно выйти, то вот тренировочка как раз такие маленькие стрессы, как закаливание своего организма, в том числе и психологическое закаливание, какие-то практики, дыхательные практики, какие-то практики, которые как вот сегодня прийти на эту встречу, да, и потренироваться, быть в стрессовой ситуации там 20 минут, например, да, то есть позволять себе входить в какие-то непривычные, новые. Обычно мы стрессуем на новое что-то. Можно просто, если это необходимо, на самом деле стресс это не всегда приятная ситуация, вот, но тренировать себя на новое тоже можно. Ну и все-таки как психологическое такое закаливание, я бы рекомендовала все-таки познание себя, потому что когда мы знаем о себе все, ну, в кавычках все, ну, максимально все, что мы можем узнать, когда мы знаем, что с нами происходит, почему сейчас я включила эту какую-то сценарную историю, почему я попадаю в эти истории, почему со мной происходит то или иное событие, почему я так реагирую. Это на самом деле величайшая сила знания, да, то есть мы говорим вот осознанное проживание жизни. Что это такое? Это то, что я знаю, что со мной происходит, как я реагирую, почему я реагирую, как я могу по-другому, как я знаю, что я могу по-другому. И я тогда начинаю как раз тренировать, закаливать свою психику на другое. И тогда происходит и психологическое закаливание тоже. И вот у нас, когда люди приходят на наши курсы, да, в центр Crystal Sense, то для них это некий стресс, потому что на каждом курсе они все равно будут о себе узнавать то, что они до этого не знали. И каждое занятие – это некий инсайт, некое осознание про то, что вообще, ну, как бы я вот не знал, что у меня такие качества, что я так себя веду с людьми, да, как будто бы не говорил себе про это никогда. И получается, что это тоже такая мини-стрессовая ситуация, в которой человек учится адаптироваться под присмотром специалистов. Дыхание, кстати, очень хорошо работает как профилактика стресса, особенно дыхание
оно в разных школах называется по-разному, пранаяма, да, когда делается глубокий вдох, задержка. Во время задержки организм испытывает стресс, потому что он думает, что кислорода, ему уже пора кислород, а его нет. Потом медленный выдох и опять задержка. И таких несколько тактов, во-первых, вот посмотрите, если попробуете, то очень сильно стабилизирует состояние, формируется такое ощущение полного спокойствия, и при этом организм учится адаптироваться к стрессовым ситуациям. У нас так вже залишається мало часу і ще дуже багато питань. Давайте, от якщо людина все ж таки опинилася у стані стресу, якщо це от така там третя, четверта стадія, що як діяти у цей момент? Ну, на самом деле, первое, что необходимо сделать, это признаться самому себе, что да, я испытываю стресс, потому что очень часто мы машем рукой и говорим, все справимся, нормально, все классно. Первое, что мы можем сделать, это сказать, я испытываю стресс. И это уже снимает то напряжение, которое мы испытываем. Второе, что мы можем вот без использования психолога, да, как помощи какой-то первой, мы можем выговориться. На самом деле, когда мы выговариваем то, что с нами произошло, мы снижаем вот этот, ну, назовем так, негативный эмоциональный заряд, да, то есть который мы испытываем в стрессе, то, что приводит нас в это напряжение. И когда мы проговариваем, хорошо, если кому-то, это супер, когда есть доброжелательный слушатель, который не успокаивает, просто внимательно слушает, поддерживает, то мы на самом деле снимаем вот это сильное стрессовое напряжение. Если нету такой возможности, мы можем даже выписать это. Но лучше все-таки проговорить, даже самостоятельно, проговаривая кому-то там, я не знаю, на стакан воды, там, кому-то воображаемому, просто рассказать, что с тобой произошло, это уже снижает то напряжение, которое мы испытываем в стрессе. Можно еще уже дальше коррекцию, да, производить. Мне очень нравится, я считаю, очень такой супер классная коррекция, называется она лобно-затылочная коррекция из методов кинезиологической психотерапии, когда мы удерживаем ладонью лоб, а сзади удерживаем затылок, мы на затылке у нас есть проекция зоны мозга, которая отвечает за как бы такие сценарные, такие автоматические там выработанные природой сценарии жизнеобеспечения, то есть вот он включает, о, все, бежим, замираем, падаем, бьем, вот, и там оно происходит омывание, когда мы ладошку прикладываем. Мы не в стрессе, вроде уже успокоились немножко. Ощущение испытывается. Да, когда мы ладонь прикладываем, мы все это знаем прекрасно, когда боль снимается рукой, да, и начинает туда кровь омывает вот этот вот эту формацию, да, сзади, и как будто бы стрессовые вот эти напряженные, тревожные гормоны, они омываются. При этом мы прикладываем вторую ладонь к лбу, тут у нас префронтальная зона, которая отвечает у нас за выбор. Когда мы в стрессе, мы находимся в таком состоянии, когда мы не можем сделать выбор. Мы как будто бы уперлись во что-то, и мы не видим выхода. И из этого еще больше, как будто замкнутый круг, еще больше инициирует вот это напряжение. Но мы можем себе помогать. Вот положили, тут тепло начинает, кровь приливает. И мы можем в этот момент, делая лобно-затылочную коррекцию, просто это проговаривать, и это уже освобождает. Освобождение может выглядеть так. Говорим, жалуемся. И потом вроде бы как слезы могут палиться, позвольте себе это. Могут потом такое ощущение, что в конце может наступить, а что это было, что это я так это нервничал, да? А потом даже можно, потом, вот если хорошая работа была, смех можно засмеяться. И тогда вот эта стрессовая ситуация, которая с нами произошла, она как будто бы уходит, как будто бы мы ее отпускаем, как будто мы ее проливаємо. Да. Що ж, я вам вдячна, у нас, на жаль, добігає прес-конференція кінця, і ще дуже багато питань, тому ми сподіваюся, що наша зустріч була не останньою, ми ще вас з задоволенням запросимо. Сьогодні до нас завітали практичні психологині Юлія Гуртова та Тетяна Камерцель. З вами була Анна Кравчук. Бережіть своє психічне здоров'я, піклуйтеся про себе, вберігайте себе від стресів, будьте стресостійкими. З вами був прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей.
інший не перемикайте.